Продолжаем заниматься марком. Немножко тут его подразделили капотом. Идут процессы. Дорабатываем. Устраняем течи. Еще один момент, которого мы очень давно хотели. Чпоньк. Сим-сим, откройся. Хоба. Ха-ха. Все, больше якорь не бросаем. 3D принтер начинает работать. Так вот, чпоньк, все. Грязь никакая не попадет. К черту малярный скотч. Все будет на заглушечках у нас. Короче, вот еще одна аппаратура новая у нас. Установка для проверки свечей приехала. Сейчас буста нагоним. Чик. 7 очков. 1000 сил держит. Под давлением смотрим, двумя электродами как свеча жахает. На бусте 8 не работает, О, на корпус прошивает. Косячная свечка. О, прополь. Так, что тут у нас? О, тут нет. О, вот она, упоротая свеча. Теперь каждая свечка, попавшая к нам в руки, будет проверяться.